Что делают со сталью, раскаленной до 1000 градусов, и как выглядит современная доска почета? Ответы знают первоуральские металлурги. Сотни работников новотрубного завода принимают поздравления в канун профессионального праздника и Дня города. Минувший год стал для тружеников ПНТЗ рекордным по объему выпущенной продукции. 2017 год мы закончили с наилучшими показателями по выпуску продукции, по производительности за весь постсоветский период. Первое полугодие мы наращивали объем. В каждом цехе есть успехи, которые следует отметить. За вклад в общее дело награждают лучших. В номинации «Лидер преображения» заводскими грамотами отметили руководителей подразделений. В их числе Анна Полякова. Она отвечает за работу с наставниками, которые помогают молодежи набираться опыта. Также шестеро новотрубников получили грамоты Министерства промышленности России. Среди них нагревальщик металла и рационализатор Владимир Тошин. Он предложил автоматизировать систему нагревания труб. Раньше нагрев до температуры более чем 1000 градусов проводился в ручном режиме. Сейчас процесс идет легче и быстрее. За 27 лет с лишним уже это как родной дом свой, да, идешь в цех, как получается, живешь этим, работай и уже привык как-то, стараешься. Я очень рада, что сегодня выбрали меня, потому что действительно те люди, которые что-то меняют, они становятся ответственными за результат и ответственным за лицо компании. И когда это удается, это очень приятно.